Так, привет, хочу представить тебе новый цикл видео, который называется «Хакинг бодибилдинга», который представляет собой наш галоп по всевозможным упражнениям, используемым в бодибилдинге, да, это не только в бодибилдинге, и по, скажем так, мощности участия в этих упражнениях различных мышечных групп. Естественно, эту мощность мы замеряем. Она определяется там в виде милливольт на миллисекунды или на целые секунды. По сути, мы используем для этого электромиограф переносной, портативный, беспроводной, который нам и дает те данные по мышечной активности, которые снимают с поверхности кожи нашего, скажем так, атлета. План измерений у нас расписан на много месяцев вперед. И изначально мы будем двигаться по различным мышечным группам в порядке, скажем так, произвольном, который нам в голову взбредет. То есть примерно мы проводим съемку 1-1.5 часа, проходясь с умеренными весами или с небольшими весами по целому спектру упражнений для какой-то конкретной мышечной группы. А дальше просто при монтаже этот материал будет делиться там на 1, 2 или даже 3 части. Будет все зависеть от того, насколько затянута получается и насыщена сама съемка. Изначально миография показывает именно уровень электрического потенциала, который генерирует мышца, выполняя определенную работу. Это не тот уровень электрического импульса, который она получает, а тот уровень, который она генерирует. То есть это уже отдача, выхлоп, скажем так, с нее, который вылетает в виде электрического потенциала, измеряется в милливольтах. Ну и, естественно, чем мощнее работа мышечной группы в каком-то движении, тем, по идее, должен быть мощнее, выше вольтаж. Но не все так просто. И что именно не просто, мы будем разбираться по ходу съемки и делая по ходу нее выводы. Сразу я говорю, что все видео, которые будут сняты на эту тему, снимаются впервые нами. В смысле, мы впервые с этим сталкиваемся. Я говорю о том, что у нас нет перед видео никаких репетиций, ни контрольных, ни предварительных замеров. То есть те данные, которые на видео получаются благодаря миографии, мы видим во время съемки впервые, работая с этой мышечной группой. Поэтому, естественно, что видео могут быть насыщены ненормативной лексикой, которая будет отражать степень нашего невероятного, чрезвычайного удивления, или другими разными признаками нашего шокового, радостного или, наоборот, огорченного состояния. Но один очень важный момент. Миография реально показывает качество вовлечения мышечной группы в работу в упражнении в сравнении с другими мышечными группами, которые участвуют в этом же упражнении. Но есть еще одна поправка, которую внимательный зритель в этих видео найдет для себя уже сам. Она касается уже физиологии, я сейчас ее озвучивать не буду, потому что так будет интересней. И немножко все-таки придется пошевелить мозгами для того, чтобы посмотреть и вычислить, и выслушать то, что мы там говорим. Мы не стремимся сделать супер-пупер красивые графики, которые заполняют полностью весь монитор компьютера. Поэтому выставляем изначально ту шкалу измерения, которая будет оптимальна для визуального восприятия и для сравнения параметров, которые мы получаем сейчас, с теми параметрами, которые мы получали на прошлой съемке у другой мышечной группы. И, естественно, по ходу видео я не просто говорю, смотрите, какой красивый график, а специально озвучиваю конкретные цифры вольтажа, которые выдает мышечная группа. Для того, чтобы не только я, но и те, кто смотрит эти видео, потом могли, отмотав назад или открыв другое видео с другой мышечной группой, сравнить показатели и сделать еще свои какие-то уникальные выводы, которые, возможно, нам в голову прийти не могут. Так как эта съемка и эти измерения реально показывают степень вовлечения мышечных групп в работу, то мы взяли изначально атлета, который, скажем так, никакого отношения не имеет к тому же курсу переформатирования, который мы создали, точнее я, да, и который мы уже выложили на нашем портале, для того, чтобы наши подписчики могли его проходить. Естественно, не бесплатно, но цена совершенно символическая. То есть суть переформата в чем? Переформат учит вас заново
включать мышечные группы в работу. То есть, по сути, как практика показывает, мышцы, которыми мы не владеем, особенно выполняя упражнения, у нас просто не реагируют на нагрузку и не растут. Это нам кажется, что подъем на бицепс мы поднимаем бицепсом. А на самом деле мы можем его выполнять с помощью предплечья. Тем более, что максимальное количество энергии можем вообще в этот момент тратить в сжатый кулак, который пытается удержать штангу. То есть все эти вещи учитывает курс тренировок переформатирования, и он обучает каждого отдельно взятого атлета максимально эффективно научиться владеть каждой мышечной группой у себя на теле, для того, чтобы потом максимально эффективно и максимально интенсивно эту мышечную группу иметь возможность включить уже в каждом предназначенном для нее упражнении. Это не так легко, как кажется на первый взгляд. И для многих это оказывается вообще шоком и, как оказалось, было тайной за семью печатями. Для того, чтобы реально сделать сдвиг по росту своей мышечной массы и гарантированно получить хотя бы старт ее роста, рекомендую пройти курс тренировок переформатирования для того, чтобы убедиться в том, что основа нашего мышечного роста лежит все-таки не в самих наших мышцах, а в степени их контроля нашей нервной системы, в частности головой. Но я возвращаюсь к Виталику. Ссылка на переформат находится в подсказках к этому видео, в описании к этому видео, как и все остальные полезные ссылки, которые мы можем предоставить. А я возвращаюсь к Виталику и говорю, что он никакого отношения к этому процессу, который называется как курс тренировок переформатирования, так и все остальные штуки, которыми я занимаюсь в последнее время, которые развиваю, открываю там и выкладываю себя на канале или на форуме, он не имеет к этому отношения. То есть, в принципе, Виталик, это, если можно так сказать, максимально приближен по навыкам к среднестатистическому атлету, который выступает на соревнованиях там регионального уровня и занимает там определенные средние места. То есть сама степень подготовки Виталика, его нервной системы и его способности мышц к работе отражает примерно где-то близко среднестатистический показатель у атлета вот с теми же успехами, которые есть у него как внешние, так и силовые. Поэтому на видео, скажем так, я взял изначально его для того, чтобы показать конкретно, с чем приходит в зал и с чем работает годами. Вот обычный среднестатистический атлет. Я не брал в видео, да, ни себя пока, ни ребят подготовленных, которые освоили основы переформатирования и уже совершенно в другом качестве выполняют упражнения, благодаря совершенно новому уровню своему над мышечными контролями, естественно, получают гораздо более крутые результаты от этих упражнений. Я этого не делал, не брал этих людей и себя в эти замеры не вставлял, потому что есть подозрение о том, что они будут отличаться качественно на порядке от среднестатистических данных. И, естественно, будут вносить свои коррективы уже в упражнения, которые конкретно наработаны данным человеком, но недоступны остальным. Поэтому сначала мы взяли, скажем так, среднестатистический параметр в виде атлета одного из наших тренеров, которого зовут Виталик. На нем проведем все замеры, а потом, когда мы с Виталиком закончим измерять полностью от ушей до пяток все его тело по электрической активности, мы возьмемся, например, за меня. Но это в каком-то будущем. Сейчас еще с Виталиком у нас работа навалом, и я думаю, она будет не менее от этого интересна. Тем более, что она приближена по параметрам к обычному человеку, к обычному атлету, который никогда не задавался вопросом приобрести специальные навыки и открыть глаза вообще на тренинг. Вот. Буду заканчивать свой опыт и просто напомню очередной раз, что для того, чтобы не прозевать все самое интересное и обновления на нашем канале «Интересные видео», подписывайся на наш канал, регистрируйтесь в нашей группе ВКонтакте, регистрируйтесь на нашем форуме, заходи в гости к нам в Инстаграм, там тоже много интересного. Подписывайся на курс тренировок переформатирования, учись владеть своими мышцами, давать им конкретные жесткие сильные команды, которые заставят их, естественно, прогрессировать в мышечной массе и силе.
и, естественно, начнут резко менять свое внешнее очертание и внешний вид, даже, возможно, раньше, чем ты предполагаешь. Делись этими видео, ставь лайки, пиши обязательно в комментарии. Может, есть какие-то идеи, предложения по съемке. Самое интересное мы как-нибудь воплотим чуть позже, когда начнем снимать, возможно, дополнение к тем видео, которые уже выложили. А теперь поехали смотреть, что из всего этого у нас получается. Ну тут как раз такой вариант попробовать другую, ну другого человека с теми же. Да. Интересно, ну, просто посмотреть. Да. То есть если какой-то парадокс есть, надо вот смотреть с другими, что там. Давай. Получится. Снимаем. Сань, широкий или нет? На грудь. Давай. Я думаю, вот что расширить. Я думаю, что разницы особо не будет. Все, поехали. Я делаю ставку на переднюю дельту. Я тоже. Поехали. Передняя 3, 3,5, 3, 3. Передняя 3 милливольта, остальное все на уровне. Слушай, а ну глянь. Статистической погрешности. А ну глянь. Подтягивание? Да. Ну давай. Ну я не знаю, они задняя. До 4. Задняя до 4 бьет. А остальные? А остальные молчат. На уровне статистической погрешности, как говорится. Странные у тебя плечи, чувак. Нормально? Нормально. Ну что, перекрестный блок для задней дельты? Поехали. Давай. Только 8. Много, мало. 8. Да не, нормально, если этого не делать. Ага. Поехали? Давай. Саня, подожди, я локоть. Вот да, дальше. Локти, да, на уровне с плечом. О-о-о. Задняя 5. 5. Причем такие длинные, уверенные, 4-5. И средняя на уровне 1,5. Да? Задняя ударила почти 6. И средняя на уровне 1,5 милливольт. Передняя молчит, да. Ага. А если снизу потянуть? Сейчас я снизу потягаю. Сначала туда, Сань? О. На а давай протяжечку узким хватом, помнишь вот это? Я раньше ее обожал. Вот это? Да, там давай. Можно в блоке попробовать. Давай, я ее раньше так любил, ты что? Всегда делал, но у меня просто не начало плечо болеть. Поворачивать сильно, понял? Ага. Я 60, 80 даже кидал. Ого. И не так, потому что чувствуется. Трапец я чувствую страшно сильно на ней. Ну, мне больше страшно. Я очень не почувствую. Ну, 49 тебе. Да. Я делаю ставку на заднюю. Я тоже делаю на заднюю, если честно. Потому что в блоке, да. Пошел? Давай. Так. Средняя на уровне 1,5, задняя на уровне 3. Задняя на уровне 4, средняя 1,5. Если так дальше пойдет, задняя достанет до 5. Средняя на уровне 1,5 милливольт. Обожал это упражнение, блин. Сейчас я потяну немного. Да, блин. Куда, блин? Туда, блин. Что делаем? Что мы рубили? Хочешь мах, Саня? А? Мах? Ага. Эй, а что ты карабин снял? Крючочек? А зачем он? Не надо? Будет болтаться и мешать. Понял. Сань, мах перед... Ну. Угу. Без этого просто обычный. Чуть-чуть еще отходи. Вот сюда? Не, наоборот, от него. Да. Ага. Да. Пошел. Давай.
Задняя 3, средняя 1. Задняя 4, средняя 1 максимум. Давай еще. Задняя почти 5, средняя 1. А теперь давай вес поменьше поставьте. Четверышку? Да. Поставил. И теперь смотри. Из этого положения вот сюда, чтобы большой палец, понял? Кверху. Чтобы крутило, да. Чтоб трос создавал вращательное сейчас движение сделаю. Вот сюда. Снимаю. Поехали. Давай. Так, задняя уже 2, 2.5. Вот это? Ага. Средняя 1, но задняя 5 бьет. Задняя 5. Слушай, а ну-ка дай-ка ручку. Маленькую. Вот эту? А, не увидел. Я смотрю, там где-то. Сейчас посмотрим. Держится. Я хочу попробовать с ручкой. Понимаешь, у меня ага. выстреливало. Задняя до 5, блин. Поехали? Средняя 1. Ага. Задняя 4, средняя 1. Задняя 5, средняя 1 и 3. Хорошо. Ладно. Ну, стой. Ага. О, давай. Задняя 4, средняя 1. Задняя 4, ну 3.5, средняя 1. Ну, дай на вторую руку. Давай. Где? Средняя 1, ну 1.5. 1 и 3 где-то. То есть это посредине? То же самое, 1 и 3 где-то. 1, где же яйца? А может такое быть, что сухожилие среднее, оно крепится через головку кости? Может. Ну, и поэтому для нее нету большой вот это. Потому что остальные-то мышцы идут напрямую, как бы, а тут идет такой вот блок через блок. Такая перекидка, как у внешней головки бицепса. Но у него-то поэтому... она подключается еще худо-бедно. У меня хуже подключается. А вот видишь как. И возможно там и не надо большой иннервации такой, что достаточно этого. Пашкин. Че? Пошла, сделаю этот пэк-дек. Давай. Попробуем. Ага. Саня, дотянешь, да? Должно достать. Саня, я делаю двумя разными. Нормально, ловит все. Давай попробуем. Ну, задняя до 5. О, задняя 6. А теперь давай. А ты, может, чуть выше сядешь? Не, мне уже выше не надо. Не надо? А ну, давай таким. Задняя почти 6. 6. Ну тут, короче, особо не помню. Ну, это ну, изменилось. Более мощная работа началась. Изменилось. Вольтаж, в принципе, почти тот же. Чуть-чуть выше. Но более такая качественная. То есть мне удобнее вот так? Да. Тебе не в молотке руки держать, а тупо вот. Ну я же понял, что тебе говорил. Как с гантелями было, то же самое. Пока молотками кидался, было одно. А как только ладошки друг другу развернул, сразу эффективнее работа пошла. А, вот сейчас, ну, да, тоже. Сейчас с ладошками друг другу все равно было эффективнее. Странно, ты же помнишь, всегда наоборот говорят, выворачиваю руку, ага. А у меня нет, у меня это, я так чувствую хорошо. Ага. И вес намного больше беру, намного. Ага. Не знаю. Вот и я не знаю. Я не знаю уже, что сделать даже. Что придумать еще? Бухать. Разные махи, тяги. Мы все, наверное, уже сделали. Варианты. Попробуй этот. Там 4 килограмма.
Минимальный? Да. Сними ручку. Снять? С карабином снять? Так, может, карабином ставить. По барабану. Четверку ставить? Да. Что дальше? Попробую вывести вот в это положение и задержаться в статике. Давай. Опа, держим. Ну, я не особо. Сейчас давай поставлю восьмерочку. Давай. Попробую. Задняя где-то 2,5, средняя 1 была. Задняя до 5. 4. Средняя 1,5. Подожди. Ого. Я долго так не подержу. А ну давай. Задняя 5. Задняя наращивала. Все задняя, да? Да. А ну глянь на другую руку. Давай. Попробую ей раздачу. Торчит. Давай. 1. Сейчас оно. Ну, давай. Чуть-чуть мощнее, 1,5. Да? 1,5, да. И все дела. Ну, вот ты держался второй рукой, и вот на второй руке задняя дельта работала точно так же, как та, которая, как средняя на махах. Да? Да, 1,5 милливольта обе давали. Только одной ты просто держался, а вторая махала, понял? Помогите. Я уже не знаю. Это просто... Просто мы веса мало поставили, я его вообще не чувствую. Поставил 12. А без толку, видишь, оно... Он поставил 12, я могу удержать их. А ну давай двойной бицепс сзади. Позу. Ну, я обычно просто, да? Ага. Задняя до 5. 4 где-то. Средняя по 1,5. Задняя 5, средняя 1,5. Чем дольше держишь, тем выше вольта. Серьезно? Да. Понял. О, задняя 5 со старта. Средняя 1,5, ну, может быть до 2. Ну, видишь, она выжимает ее. Да. Но задняя мощно очень бьет. Хотя на HP вообще на ее не трогает, да, почти? Да. На HP мы только смотрели, что будет. Задняя очень мощно бьет. Да. На HP фонарь. Передняя он шарахнула до 4, почти 5. Все остальное на уровне единички. Только на этом задняя одна. Да? Мы смотрели. Ага. Ну, сейчас так. Задняя. Передняя 1,5. Где-то до 2, может, 1,5. Задняя. Слушай, а на бицепсе сбоку. Что показывать? Ну, грудь сбоку, понял? Ага. Ну, давай попробуем. Попробуем? Задняя 3, 4, почти 5. 4 точно есть. Ну, понятно. Давай, давай уже 30 туда. Хотел? Ага. Блинчик там. Какой? 10? Да пятерку возьми. Ну, хотя давай 10. Боковая протяжка, раф аккуратно. Рано еще, мы еще не закончили. Да, и вдоль тела локоть в потолок. Задняя до 4. Задняя, ну, 3-4. 4. Задняя до 4. А как там народ махал блинчиками, помнишь? Обычные махи? Ага. В сторону типа? Да. Такие, ага. Или просто? Да. С в, над головой? Да. Что меня я научил? Помню. Сейчас. Ну я сам еще маленький беру. Ну да. Я манал. Пусть мне плечи болят. Сейчас еще вспомню, подожди.
передняя 1.5-2, средняя по одному. Передняя, блин, до 4. Передняя 5. Средняя по полторушке максимум. Передняя 5. Все по передней, да? Задняя, причем со средними на уровне работает. На уровне 1.5 мВ. А передняя до 5 бьет. В этом упражнении? Ага. Передняя? Да. Хотя, казалось бы, работает средняя, да? Ага. Передняя. Передняя он рвет, да. Коротко, но рвет до 5 мВ. Вот такая вот фигня за диваном у меня. Что делать? Я не знаю. Ты помнишь, какие же упражнения на плечи? Сань, а ну дернем. Вот такое, знаешь, имею в виду? Да, сверху, снизу. Вверх. Вот это такой пусть будет. Вот. Высота, да. Посмотрим, что она там пашет. Ну давай. Ты понял, да, что я хочу? Да, понял. Блин, сейчас подумал, что... Потом можно будет опустить до уровня лица и опять потянуть. То же самое, да? Да. Так, хват сначала такой сделаю. Ага. Посмотрим. Поехали? Ага. Ну, задняя там на уровне 2, о, задняя 4. Задняя почти, ну, 4.5. А ну так. Ого, задняя до 5, но коротко очень. Ты хочешь туда? Ты знаешь, были упражнения, в которых задняя работала намного мощнее. Да? Сань, ты хочешь на уровне лица? Да. Вот так. Ага. А по-моему, ниже надо. Не, не надо. Что, то же самое? Ага. Поехали? Давай. Ага. Ну, задняя там 3 где-то. 3.5. Средняя, ну, вот, на уровне 1.5 мВ. Я заметил, знаешь, когда лучше всего чувствуется? Когда? Когда немножко придерживаю, именно не немножко, а именно статически уже в конце. Ну, допустим, там сделал 15 махов и по максимуму в конце уже держал. Ну, не сейчас, а вообще, когда бывало. Понял? Поделал, потом все. И дропсетами. Не, понял, что мы проверяли? Ага. До говна, когда уже доходишь. Я дропсетами когда делал, уже все. Угу. А так больше вариантов нету. Ну, как-то так. Что, больше ничего не будем? Я не знаю, что еще можно использовать. Я не знаю. У нас там есть еще жимовой тренажер блочный. Пошли. Два лицом туда сяду. Давай, так и так. Последняя уже попробую. Угу. Поехали. Ну, в общем, передний на уровне 2.5, остальные на уровне 1.5, и средний, и задний. Давай так. Давай переверни это. Сань, вернусь. Ага, теперь лицом сюда, да? Поехали. Давай. Передний на уровне 4. На передний уже до 5 пошел, остальные поумирали вообще наглухо. Понятно. Я уже не знаю. Я тоже не знаю. Краткое резюме сегодняшнего об Какона, да? В общем, что сказать, я не знаю. Надо бы еще погуглить, порыться. Не, чудес не бывает. Порыться, посмотреть этот долбанный вольтаж. Ну, видишь, как получается. Задняя пашет нормально. Передняя пашет нормально. Хотя реже, чем задняя. Заметил? А
Средняя отдыхает. Средняя какие-то бамбуки курит. При этом выглядит она у него одной из самых мощных на плече. Я не знаю, что сказать пока. Ну, интересно попробовать все-таки другие плечи. А какие, как ты думаешь, вот из того, что мы сегодня делали, вот из всех упражнений, какие у тебя получаются? Последний? Ага. Ну, махи всегда мне нравятся. Ну, вот именно чувствовал. Жены из-за головы в смете я хорошо чувствовал всегда. Ага. И различные, даже подбородку очень хорошо всегда. И широким тоже хорошо. Тогда всегда чувствовал среднюю. Ну, то, как я когда-то и говорил, что средняя одна не работает. Может быть. Я вот старое видео, когда еще снимал по технике, у тебя там красненькая лампочка моргает? Моргает, моргает. Это я под конец съемки. Ага. Там все моргает. Вот, как я когда-то и говорил, средняя одна не работает. Она либо работает вместе с задней, либо работает вместе с передней. У тебя, Паша, это в основном вместе с задней. Ну да. Уже датчик отлепился один. Да, снимай. Сейчас долепится уже. Все равно нам уже, да? Да. В принципе, он свое уже отработал. Чик. Оп. Но. Да, не уже понял. Уже такие. Угу. А вот если так вот посмотреть просто, да, и чисто визуально определить, какая у него наиболее развита мышца сейчас вот. Передняя, средняя или задняя? Ну, я тебе скажу, что передняя, средняя над задней доминирует. А задняя во многом идет большой потенциал. Задняя у него хорошо работает. Хорошо. При том, что задняя у него хорошо работает, она все-таки в развитии отстает от средней и от передней. А средняя хорошо развита? Да. Средняя по вольтажу включается хуже всех. Ну, развито лучше всех. Да, ну, развито, в принципе, лучше всех. На этой оптимистичной ноте... Все-таки она развита, да? Да. Несмотря ни на что. Да, для того, чтобы уже сложить по этой теме какой-то этот конкретный окончательный вывод, надо будет, да, уже взять, наверное, меня, допустим. Да. И проверить на тебя. И проверить тоже, это тоже плечи, для того, чтобы можно было какую-то систематизацию вывести. Средняя у меня также выбомблена, в принципе, как и у тебя. И интересно будет глянуть. Что работает, да? Да. У кого больше? Паша. А потом еще взять неразвитые плечи, только не мои, пожалуйста. Ага, да. И тоже попробовать. Типа вообще да. Вот это рахитараф, это мне не нравится. Совсем дохлые, да. В общем, я в трансе и в шоке. Но, с другой стороны, это интересно. Все, что могу сказать, да. Есть над чем подумать, причем подумать очень жестко. Единственное, что действительно подтвердилось, это то, что средняя дельта в одиночестве никогда не работает. И это хорошо. Она, да, работает с спаренной связки, с задней или с передней. Ветры в основном с задней. Выцедить сегодня охренительное упражнение для средней дельты. Выключайся. Угу. Было мало возможно, потому что, ну так, какие-то махи, какие-то жимы, да. Ну конкретно не определилось точно ничего. То есть оно... Все, что считалось, что в среднюю бьет, все бьет в среднюю, ну, сука, как-то слабо. Саня, ага. До свидания.